7 по 20 октября пройдет монетная неделя. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Во время акции можно будет обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить суммы на свой счет. Подробную информацию об условиях и адресах банков-участников можно узнать на сайте акции. Департамент транспорта городской администрации в своем телеграм-канале информирует граждан об изменении с 1 октября автобусного маршрута номер 75. Он будет следовать от улицы Красных Коммунаров по улицам Промышленности, Советской Армии, Мариса Тереза и Авроры. Отправление первого рейса в 6 утра, завершающего в 21:30. На маршруте работают автобусы средней вместимости. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале анонсирует работу краткосрочных смен для школьников в детском оздоровительном лагере «Волжанка». Они пройдут с 25 по 27 октября и с 1 по 3 ноября. В программу тура выходного дня включены мастер-классы по робототехнике и приготовлению пиццы, танцевальная вечеринка, игры в парке виртуальной реальности и квест-игра. Получить подробную информацию можно по телефонам на экране. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале напоминает жителям о том, что 2 октября в 10:40 утра на территории города прозвучат сирены и речевые сиренные установки. Их можно будет услышать в том числе и в эфире радио и телеканалов. В Кировском районе Самары проводится фестиваль патриотической песни и поэзии «Мы за великую державу». Об этом пишет телеграм-канал Кировского района. Фестиваль проходит в двух возрастных категориях – от 7 до 13 лет и от 14 до 20 лет по 5 номинациям. Заявки на участие принимаются до 27 октября. Дополнительную информацию можно узнать по телефону на экране.